Она родилась в Англии, но была воплощением парижской элегантности. Не считала себя красивой, но стала культовой фигурой 20 века. Джейн Биркин росла в обеспеченной семье в центре Лондона. Собиралась пойти по стопам матери, известной театральной актрисы. Но наступила эра хиппи, в моду вошли подростковые фигуры и естественность, и юная Джейн погрузилась в водоворот событий. В 19 она уже снялась в двух нашумевших картинах. В 20 вышла замуж за известного композитора Джона Барри и родила дочь. А в 23 после развода Джейн влюбилась в своего партнера по очередному фильму музыканта Сержа Гинзбура. И ее имя прогремело на всю планету. Она исполняла песни своего мужа, снималась в лучших фильмах с Делоном и Ришаром. Была музой для режиссеров, композиторов и модельеров, и в ее честь даже назвали сумку от Hermès, стоимость которой сейчас доходит до 100 тысяч долларов. В браке с Сержем Джейн родила дочь, будущую актрису Шарлотту Гинзбур. Но сами отношения завершились бурным разрывом. После этого Джейн снова вышла замуж, родила третью дочь и сегодня в свои 76 продолжает сниматься в кино, выпускает мемуары и записывает песни.